Всем привет, с вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я так тепло одета, у нас уже заморозки были. Вот, ветер прохладный, едем в город, ой, аж слезки текут. Кому интересно, поехали со мной, сегодня у нас покупочки. Так, мы уже приехали, я все выложила. В городе уже не снимала, все в масках ходят, ну я, конечно же, была в маске. Вот, быстренько, по... у нас сегодня было 3 магазина. На Востоке Хит, это кто в Бресте. Вот под низом 3 цены в магазин сначала зашла, потом в Хит и в Корона. Ну, потом еще к маме заехала, подождала Антошку, когда он с института придет. И забрали его, приехали домой. Все сейчас разложила, расскажу, где что покупала и по какой цене. Цены, конечно, немного поднялись. Так что оставайтесь, сейчас все расскажу. Так, меня в прошлый раз спрашивали сказать... Какая стоимость обошлась всего этого? Ну, вот это, что у меня на столе, это $100. Я брала с собой 200 рублей белорусских, потом еще 20 долларов меняла. Вот где-то около этого и вышло. Мы еще заезжали на авторынок. Игорь еще масло покупал, где-то 20 рублей масло ушло в машину. Так, сейчас начнем, наверное, с 3 цены. Там меньше продуктов. Так, ну вот, 3 цены, маленький уголочек, поэтому быстренько. У меня аж собака дикая, бродячая, сперла один шлепанец, поэтому мне не в чем на улице ходить. Да и сейчас такая как бы погода, и слякоть, и весной, и осенью, когда в шлепанцах обычных ходишь, у меня и роса на ноги попадает, и песок. Вот, а так я решила взять такие закрытые. Так, с собой женские по 5 рублей. Миска. 1,90 рубль, вот это поменьше, и 2,50 вот это оранжевая. Ну вот когда снимаю, вам готовлю, уже решила прикупить новенькие мисочки, чтобы были красиво. Так, дальше жидкое мыло с дозатором клубничка, 1,90 рубль. Пудра, ну последнюю забрала, я сегодня красилась и смотрю, что у меня закончилось. В Китае покупала пудру светлую. Вот такая она светленькая, последняя была. Вот зеркальце. Остальные такие были уже персикового оттенка, но мне светлая идет. 5 рублей. Так, губки бытовые 90 копеек. Крем для лица, для жирной и комбинированной кожи 3,50. Дальше шампунь, до этого тоже брала, и продавщица там говорила, что он хороший. Вот 7 масел 3,50. Сама корзинка... Последнюю тоже забрала, 2,50 на акции. Ну, вот думаю, можно и специи, и лекарства, как мне вот девочки писали, что это можно все складывать, носочки. Так что корзинка пригодится, за 2,50, думаю, замечательно. Дальше ложка для обуви железная, длинная, 3,50. Ну и все, это получается 3 цены. А, не все, еще и еще. Потом Даша мне позвонила, сказала, мама, у нас закончился клей... пистолет. Там были потолще стержни по 11 миллиметров 3,50, а вот эти получается потоньше. Сколько тут? 7 миллиметров. Эти 2,50. Но я считаю дороговато. И я еще взяла маски, так как дети в школу тоже в масках ходят. Антон ходит. Маски 10 штук. 3,50. Маски матерчатые по 1,5 рубля были. И она сказала 8 рублей 50 штук одноразовых. Вот если много брать за 8 рублей, 50 штук, я считаю, что вот это неплохо. Вот, так что это кому интересно для информации. Дальше корона. Тоже немного вот это вот, что из короны. Мне надо было в короне мясо и суповые наборы. Так, мясо по 8,99. Тазобедренная часть. Ну вот за это 28 рублей почти. Мясо неплохое, на фарш мне надо будет пельмешек налепить. Дальше Игорь говорит, давай наборы для бульона вот эти возьмем, спинки запекать. Спинки хорошие, но и цена на них поднялась. 1,29 рубль. Вот два набора, считай, курица. Так что наборы подорожали. Крабовое мясо вот такое взяла. На роллы хочу накрутить 1,57 рубль. Мыло Игорь взял Сейфгард. 1,82 рубль. И так, икринка. Ну, взяла такую с креветками. 2,15. И селедку
3,85. Это селедка на роллы, а икринку меня все любят намазывать. Так, это корона. Так, ну и вот такой длинный чек. Это у меня хит. Ну, идем по чеку. Так, носки мужские. Там были брестский чулочный комбинат. Они, конечно, дешевле, но они такие, как раньше были, более ХБ, конечно. Но когда Антон носит, они у него сползают. Они были дешевле. Ну, а я взяла такие. Они мне больше нравятся. Не синтетика, но они хорошо сидят на ножке. 2,19. Мужские и 1,95 рубль женские, беленькие. Это для девчонок. Дальше салфетки. Это вот такие оранжевенькие. Мне удобно. В туалет дети любят именно салфетки. Да и я тоже. По 59 копеек. Крем-мыло Dove. Мыло 2,19. Дальше корм для кота. Я уже весь не выкладывала. По 49 копеек вот этих разных видов было. С рыбой, с курицей и ягненком. Так, бумага туалетная. О, вот такая. Это Игорь взял. Опти. Туалетная бумага по 49 копеек. Палочки ватные. Здесь 300 штук. 1,15 рубль. Ватные диски 1,49 рубль. Вот диски. Каша Белакт. Ну, это как всегда я беру. Я вам объясняла, что дети у меня любят. Здесь разные. Овсянка, банан и 5 злаков. 5 злаков 1,75 рубль. Овсянка, банан 2,05 рубль. Это каша для завтраков. Дальше напиток сочный. Это Игорь для девчонок взял. Вот такой. 1,39 рубль. И сок гранатовый 2,19 рубль. Бананы по 2,19 рубль. Были хорошие, пока он довезли. По машине ездили, немного помялись. Лук репчатый по 69 копеек. Чеснок 5,49 рубль. Я взяла только две головочки. Так, лимоны 3,29 рубль. Огурец 4,49. Огурец, как и в тот раз, длинный, тоже для ролл. Кукуруза 1,49 рубль. Сметана Брест Литовск. Вот такая я беру, 15%. 1,89 рубль. Масло подсолнечное сегодня поразбирали, там было подешевле, 2 с копейками. Но я беру вот это, 3,59 рубль. Вот. Мне нравится, майонез с него хороший. Дальше тушка цыпленка. По 3,99. В короне были 4 с копейками. Ну, взяла одного цыпленка. Дальше кефир Савушкин продукт. Вот такой кефирчик. Вот 1,5%. 1,39 рубль. Дальше сыры взяла. Моцарелла был. Там еще был для пиццы моцарелла. Я такую взяла. Не знаю, что это значит блок. Вот. По 10,99. И вот такой сыр. Беларусь тоже 10,99. Так, взяли вот такую большую пачку масла. Игорь посчитал, выгодно, говорит, на 1 рубль выигрываем. 450 грамм. Масло 7,99. Так, мука пшеничная. Мука подорожала. Была разная мука. И я ее разную взяла. Господар 2,05. А это вот это и вот это. 1,99 рубль. Это последняя была. А это я видела, рядом стоит. Много ее было. Но такую ни разу не покупала, поэтому взяла один пакетик. Так, вермишелька. Вермишелька была по 29 копеек, теперь по 33 копейки. Перец черный 20 грамм по 89 копеек. Спиральки вермишельки, вот эти твердых сортов, 1,99 рубль. Майонез 1,59 рубль. Круглый рис, вот такой я для ролл беру, для плова, для голубцов, 1,79 рубль, 800 грамм. Овсянка 69 копеек. Так, печенье топленое, 1,99 рубль, надеюсь, оно будет повкуснее того, что в этом светофоре. Ну и, конечно, и вес здесь меньше, там мы целый килограмм брали, а здесь поменьше. Даже не вижу сколько, сейчас посмотрю. Ну, 400 грамм здесь. Так, карамель Рошен по 5,29. У меня девчонки утром
по леденцу в зубы и пошли. Так, рулет праздничный 4,99. Ну, цена вроде не изменилась. Так, первый раз взяла крахмал картофельный. Обычно беру кукурузный. Забыла, что еду в эту, в корону, в короне кукурузный. Но уже взяла крахмал такой. Рубль 89. Крендель с сахаром 2,89. И это здесь 500 грамм. А здесь 550. Печенье сдобное Камакура 2,99. Ну, дети любят макать в молоко. Оно очень вкусное получается. Нравится им. Дальше кукурузные хлопья. Рубль 79. Печенье к чаю по 45 копеек. Это на тортик. И шоколадки взяла. Белая карамель. Рубль 79. И вот такой. Рубль 39. Вот. Ну, вот такие у меня на сегодня покупочки. Вроде ничего лишнего не взяла. Смотришь, и то надо. Ну, так. Обычно такое все всегда и беру. Но цены немножко изменились. Но не сильно. Сильно поднялось это масло подсолнечное. Ну, немножко мука. Так, остальное пока вроде более-менее. Куры подорожали. Мясо еще на месте. Все. Надеюсь, было полезным. Не забывайте, это белорусские рубли. Вот, приблизительно 2,5 рубля, сейчас 1 доллар. Ну, я для вас соотношение валюты к нашему рублю дам в первом комментарии ссылочку, чтобы вы могли посмотреть и сравнить. Все, всем здоровья, не болейте, всем пока.